залез я на чердак, чтоб прибраться, и вот я нашел свой юношеский фотоальбом. Как я замечателен и сказочен в нем. А вот на фото рядом со мной какой-то гандон. А я не помню, что за штемп, откуда, блядь, он. Какой-то хипстер с балалайкой, ну точно гандон. А вот другое фото, бля, на нем снова я в немецкой форме с шмайсером. Что за херня, я не понял. Что? Что? За гребаный мудак шуба-дуба испортил фото так. Разрисовал все мне в моем фотоальбоме. Полицай, драйв свой. Причем здесь полицай, нахуй эту ставку вообще, блять. Стою дальше. Что, блять, за хрень? Хрень. Вот я стою, вот Гитлер, вот убитый олень. Я на охоте с Гитлером, блять. Что за хуйня, я не понял. Не, какой, блять, хакер сраный сфотошопил меня. Надо эти фото срочно сейчас удалять. Ведь за такие шутки могут и за яйца взять. Бегу я срочно вниз, задеваю карниз. Падаю на плед, и тут выходит мой дед. Что тут происходит, внучок? Что? Заебанный внукан здесь разрядил пукан. Помял мне мой альбом, а ведь героем был я в нем. В разведке я служил шуба-дуба и фрицев разводил. Будённый мне за это два ора.